Здравствуйте, ребята. Недавно я рассказывал про вот такую отвертку свою, аккумуляторную. Такой патрон недавно я получил, рассказывал в видео. И вот такой маленький получил. Ну и попросили меня выписать тоже еще вот такой патрон. Я выписал его, и сейчас посмотрим, какой же действительно пришел патрон для дремеля, для аккумуляторной отвертки, для... Ну, в общем, посмотрим сейчас. Откроем и... Где он тут? О. Ну, прошел точно такой же самый, как вот это я рассказывал. Это очень хорошо. О. Оказывается, вот он точно такой же самый. Да нет. Да нет, да нет. Больше, еще больше, чем этот. О. Видите, Ля? Да, заметно, что этот больше. Но этот больше на для того, чтобы зажимать диаметр сверл. От маленьких до великих, до больших. О. О. Конечно, ля. Ничего себе. Все патроны все разные, ля. О. Ничего себе. Заметно, да? Ля. Вот такой. Так что, ребята, кому интересно, на все вот эти патроны, ссылочка будет внизу в описании, обязательно дам. Смотрите, переходите. Вот. Кому надо будет, выпишите, у кого такой есть отвертка такая или дремель. Это очень хорошая, удобная вещь. Зажимать сверлышки тут. Посмотрим, какое же сверло максимально можно зажать в этом патроне. Вот, смотрим. Это у нас, вот она, видите, как сейчас. Посмотрим. А ну-ка. Ну, сверло, конечно, по-хозяйски тупой. Ладно, значит, замеряем диаметр, какую можно было максимально зажать здесь сверло. Это у нас 6,4, значит, можно зажать в этом, даже 6,5 сверло можно зажать в этом патроне. И сейчас я покажу... Какое самое тонкое можно сюда. Миллиметровое. Так. Вот оно, миллиметровое сверло. И пробуем. Видите, отверстие есть. Сверлит. Так что можно от нуля, считай, зажимать до 6. Сколько это? 6? Да, 6,5 можно этим патроном зажимать. Так что вот такое дело, ребята. Кому надо такой патрон, ссылка внизу в описании. Там смотрите вот. И также не забывайте за кэшбэк. Кэшбэк — это реальный возврат денег. Ну, части денег, на которые потом накапливаются. В общем, ребята, благодарю всех за внимание. До свидания.